Всем привет, это продолжение моего ФФА сериала в Endless Space 2, в котором я играю за Горацио. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании. Все-таки приятно смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Уже кто-то герои до 9 уровня прокачал. Да вообще офигеть. Бешеный. Так, Жадобий тут не появился. Жадоникс. Нет, к сожалению, не появился. На еду строится. Ну, дальность осмотра, мне кажется, нафиг надо. Так, тут 350 ускорения стоит. Бифокус, ты тут? Да. Слушай, давай я тебе 10 гиперия, ты мне 4 адамантия. Ой, извиняюсь, адамантана. Пойдет? Да. А засылаю. Твоё приятное мнение. Теперь я выиграю эту игру. Вот и все. Идем, можно выходить. Да. Всем спасибо за игру, покеда. Это кто сейчас говорил, что выиграет? Мужик какой-то. Мужик какой-то. Это неплохая система. Второй Горацио. 5 планет, и, в принципе, с производством еще неплохая планета. Она горячая. Для Горацио горячие планеты самые важные. О, еще повысилось отношение с двумя фракциями. О, я комрада встретил. Смотрите, уже 41 золото и 30 науки идет. Что, конечно, очень неплохо. Двадцать процентов галактики исследовано. Так. Аккумуляция культуры. Ну, вряд ли мы этот общий квест выполним. Так, плюс счастье в системах закончилось. Ну, тем не менее, несчастья нигде нету вроде. Слушай, Энджи, ты тут? Да. Слушай, но я перед обменом картами, тогда давай мир заключим для начала. Давай. Я так карты не хочу пустую меняться.
Откроем теху, которая позволяет героев покупать на рынке. А почему ты только от себя карты даешь? Себе мои нужны? А, да, сорян, не скипнул. Давай. Я строю флот, что мне, во-первых, сюда надо слетать. Ё-моё, обалдеть, какая здоровая карта. Это же безумие какое-то. А потом сюда, в желтую. Офигеть. Ну, не знаю, я двух своих соседей нашел, я бы не сказал, что мы, типа, особо далеко как-то. Так, ну, при диктатуре не важно, кого, точнее, важно, кого вы поддерживаете, не важно, за кого голосуют. Потому что, видите, тут даже, по-моему, большинство голосов сейчас у пацифистов, но все равно останутся экологисты, потому что я их поддерживаю. У них уже третьего уровня поддержка, то есть я могу, если что, уже... Блин, это синк этот надоел. I greet you in the name of the four families. Вот этот... Да, вот этот закон уже принять. Эти плюс части, но он будет требовать 3 культуры за каждого жителя. Это у меня дофига культуры будет уходить. А мне культура нужна. Домашнюю систему рифтборнов нашел. А это у рифтборнов такая особенность, что у них вокруг домашней системы такой вот какой-то голубой шар? Нет, это аномалия, которую они применяют, она бонус им дает. Опыт героя быстрее растет. А, нет... Ну, в общем, бонусы всякие получают. Блин, у меня сейчас убьют разведчика. Она 5 ходов применяется за ресурсы. То есть ты ее строишь, а потом можешь кинуть, как тотемы у неистовых магов поднесли Генри. Ясно. Но блин, они могут и на врагов их кидать, и есть штрафы накладывать на систему. Разведчик-то мне нужен. Меньше сделаю модулей, но лучше защиту. Нечего шастать тут. Кого-то убили? Да, эти читерские цветочки. Читерские цветочки? 5 ходов исчезают. Но вот если которые... Вот как вот это РПГ ГЦ-8843. Просто встать на нее или... А что значит захватываешь систему? Именно, ну, нападаешь на нее и побеждаешь там или... Или что? Или аванпост свой ставишь там? Насчет аванпоста не уверен, но он, собственно, захватил мне... систему, ну именно мою, и пути корни исчезли через 5 ходов полностью. А вон у тебя просто новый флот летит с пейсеров. 5 штук. Что летит? Новый флот твой.
да, нет, это не то. Не то, что ты подумал. Произвести 120 производства и 120 еды это быстрее сделаю, чем 120 производства и 120 науки. Поэтому выбираю этот квест. Так, плюс 20 счастья в системах, но при этом минус 30 производства в колониях. Либо плюс 20 производства, но минус нет. Лучше на счастье, тем более это и на производство повлияет. Так, это... Квест не прошел, потому что я заселил эту систему. Вот, тут сейчас куча еды, будет, наверное, каждый ход житель появляться. Три, четыре, два. Четыре. Тут сплитить гены с моими Горацио можно, когда жители кратно двум. То есть, вот, по-моему, я Тиканан первый раз сплитил, когда их было двое, тебе, значит, четверо. Ну, вот, собственно, вот помечены здесь. Видите, когда четыре достигнут, тогда можно будет с популяцией что-то делать, мутить. Следующим ходом ресинг сделаю опять. Рия, где тут аванпост? А здесь, ну, можно будет, кстати. Почему нет? Вот, открыл вакуум протекшн технологию. Потому что произвел 120 производства и 120 еды. Вообще так себе тихо, честно говоря. Вообще ноль производства. Это из-за события, которое сейчас происходит, типа минус к производству, но зато плюс к счастью. Т
Так, о, еще один бонус. Плюс 15% к еде, отлично. О, можем еще соединить Тиканан, видите? Знаете, я дождусь, когда Харашемс до 4 вырастет лучше. Потому что... Плюс 5 к армии как бы не особо мне нужно, по-моему. Так, следующим ходом можно будет этот флот куда-нибудь отвезти. Так, что-нибудь появился Жадоникс? Нет, нифига, никто не продает Жадоникс. Блин, зря я его, мне кажется, первым уровнем сделал. По очкам. Напоминаю, у нас игра 4 часа максимум идет. Уж ты, она не особо впереди. Так, опять выбрать... Наверное, плюс 10. Ну, тут шпионы, либо у меня 40%. Я могу улучшить выборы, но мне это не надо, потому что у меня все равно диктатура. А вот плюс 10 культуры на империю, это неплохой бонус. О, вот теперь прибавим, видите, 3... еды на стерильные, просто плюс одна еда. Вот смотрите, у меня 3 еды, да? Добавляем ген этой фракции. Теперь 6 еды у меня. Класс. Так, берем этот флот. И летим вот сюда. Да, никаких рассинхронов нету. А, стоп, уже мне сюда не надо лететь. Я уже этот квест провалил. Да, у меня игра встала. Давайте я перезайду тогда. Перезайди, таймера еще дофига. Сейчас надо сюда лететь сразу. Слушал, что с чуваком? У меня игра зависла. Да, жалко, у меня тут все планеты для заселения какой-то один и тот же ресурс дают. Одинаковый.
Так, тут аномалий нету. Тут аномалий нету. Тут нет. Не открытых, я имею в виду. Нигде ничего нету для исследования. Успел я прокачать все-таки хотя бы парочку кораблей. Спасибо тебе, Псай. Я с помощью твоего метода для себя новые исследования интересные. Так, рынок с героями открылся. Давайте глянем. А, героев ноль. Класс. Жадоникс так и не появился. Нет, я ничего продавать сам не буду. Так, давайте торговые компании потом откроем. И мы сейчас откроем торговые компании. Нет. Сейчас танки для начала. Два хода, а потом торговые компании. О, уже френдли. Нирисы. Я пойду дочь помою. Удачи. Квест дали исследовать феномен на планете Эхиус 2 как минимум с 15 титанами. Отлично. Мастер, что ты думаешь о том, что я хочу поселиться в Рысе? Ничего не произошло, к сожалению. Кто блин. Хочет, кто? Твой любимый, самый дорогой друг Горацио. Но если мы потом альянс будем заключать, то поселяйся. Альянс тогда и Корану. Блин. Может, ты зачем тебе именно Корана? Не, и Рысь, и Корана прекрасные просто системы. А тебе их вечность просто надо будет это преобразовывать. Терраформировать тебе их. Ну, тогда альянс. Окей, если будем в альянсе, не будем воевать, то не вопрос. Погнали. Вот эти мои две. Я уже туда лечу. Ну тогда по-серьезки, сейчас 37 ход. 30 ходов, тогда альянс. Потому что Корана прям под моей столицей, соседней. Да-да, да, я понимаю. А, Экиус. Да,
С другой стороны, тут же в альянсе победа, получается, двум игрокам дается, как я понял. Или нет? Как это вообще работает? Если что, я готов отдать тебе победу. Просто я с компьютером, когда играл, я заключал альянс, и у нас на двоих шло, по-моему, господство, я уже не помню. Бифокус, а что это за, игра, а не на свою победу? Я на благо своей цивилизации играю. Как, что это значит? Как это? Главное, чтобы они были всем довольны, процветали, радовались жизни. Цивилизация рабов и холопов? Как ты в сетевой игре собираешься союз заключить с игроком и дать ему победу? Я не очень понял. Не знаю, может, я вру нагло. Ну да, я-то насчет 30 ходов мы договорились. Да, 30 ходов вполне нормально. Чё? Там на 70-м как раз лейт будет полнейший. Почему на кратце у меня тут недовольны? Минус 55. Вот это мне не очень... Слушайте, а вот в недовольстве, когда идет от планеты, это вообще из-за чего идет недовольство? Я вот это не понимаю. Тут... Это возможность колонизации. Чего? Ну, планеты, смотри, они... чем тяжелее для колонизации, тем... хуже на них жить. Допустим, сейчас скажу. Лава. Лава дает минус 15. Ой, минус 20. Праховая, ой, пепловая, эш, дает минус 15. И так дальше. Минус 10, минус 5. Земная, понятное дело, никакого штрафа не дает, а только плюс дает. Ну, понимаешь, хорошо, но почему-то через некоторое время этот штраф куда-то уходит, при том, что я планеты не терраформировал никак. Складываются положительные... Это потому, что ты гораться, ты можешь аномалии. Любую планету без изучения занимать, понимаешь? А если ты изучаешь тех, то все, штраф уходит. Ясно. Теперь я понял. Но было бы лучше, конечно, если бы они писали конкретно, откуда этот штраф идет. То просто от планеты минус 55 счастья. И поди догадайся. А какая система? Прям, по-моему, чистая математика. Ну, тут, судя всему, от токсичных планет. У меня тут две токсичные планеты. Ну, токсичную двадцатку дают. Ты про крас, наверное, говоришь, да? Возможно. Я вижу, что крас. Там как раз 50 наберется. А, нет, 40 только. Что-то в этой игре прям ходы наоборот предельно долгие, в отличие от предыдущей. Ну, потому что вот тут долго комрад у нас с красным. Можно немножко снизить таймер. Блин, минус производства либо минус счастья.
Видите, заплатить повстанцам 25 темной материи. Так и сделаем. Я никогда еще так много зондов из галактики не выкидывал. То есть обычно внутрь кидаю, чтобы что-то найти, а я на краю сижу, нет систем хороших. Кидаю в надежде найти какую-то одинокую системку на краю галактики. Из 8. Надо бы мне следующее исследовать на Ovo-colonization. Так, могу опять популяцию улучшить. Ну, блин, эти тикананы вот, реально не очень. Вот нирисы, да, хорошие ребята. А еще лучше ремнанты были производства и две еды. Тут вообще дофига культуры фигачит больше, чем я. Даже три человека больше, чем я. Три инопланетянина. Маленькая океаническая планетка. Красиво вот эти видюшки, когда планету колонизируешь. На рынке герои не появились, Жадоникс не появился. Печаль. Так, следующий уровень торговой техи. Это значит, что я могу поставить здесь второй уровень. Значит, возьмем Редсанг, еда и темную материю. Правда, только на двух планетах я смогу проапгрейдить. Ну, тех, которые и так второго уровня уже. Будешь бегать?
сказал. Мастер, кажется. Я перезаходил. На счастье беру. Так, сейчас мы его разместим. Захват. Будем пытаться, во всяком случае, захватить кворум. Блин. Сливаем. Походу не захватим. Бифокус. Да. Слушай, вот торговые соглашения не как работают, вот если мы с тобой заключим, то что будет, не знаешь? Нет, к сожалению, нет. Ну ладно, давайте я кину его, примешь? Ну у меня есть все с торговлей нормально, я имею в виду. Как их называют? Я кину его тебе. Что? Так, ну и что-нибудь изменилось? Как это работает, не помню, что я. Ну, в первой части было как? Это типа бабки, внутри рост бабок. Сначала уменьшался на 25%, потом приходил в норму, а потом через некоторое время повышался на 50%. Так, везде у меня Горацио появляются. Окей, тут культурка пока валит. Да, я думаю, мы тут вряд ли сейчас захватим. Лучше всего было бы этих калгерас их использовать ДНК, потому что они счастье дают, видите. Но как так-то? Что случилось? Какие тут планеты? Токсик. Надо открыть. Какая теха позволит мне там нормально селиться? А, так я ее как раз сейчас следую. Отлично.
Так, эти тоже уже дружелюбные, можно квест брать. Так, ну кворум я вряд ли захвачу, но это квест фракции. Совместными усилиями общая выработку науки надо поднять до 13 351. Кто у кого будет больше всего науки, получит, если получится поднять, то получит 600 денег, 100 адамантия и 350 культуры. Ну вот, открылся токсик. По идее, сейчас следующим ходом должно снизиться несчастье. Снова рассинхрон начался, ей. Блин, одни Горацио появились. Больше двигателей дать. Слишком медленно летают. Я еще не то выбрал.
героев нет. Жадоникс никто не продает. Хороший ресинхрон, у меня бой не начинается. А жадоникс кто-нибудь добывает? Ага. Да, посмотри, трансперсонал его добивает. Так а как мне это посмотреть? Оба чуда у него. Я ж его не встретил даже. А тебе трансперсонал какое надо это? Ресурс. Ему никакой не нужен, полголактики туда. У меня еще что, куча ритсанга и темной материи, или как оно называется. Он Псай добивает, да я пойду спать. Это кого добивают? Абсолютный шлак у нас. Пожирателя. Против корней я хрен его знает, как воевать. Под корнями ни систему не захватишь, ничего вообще не сделаешь. Ну вот, уже 4. Еще 2 жителя, и можно будет что-то сделать. Не, все равно у меня... Я вот в Кразе, да, у меня 2 токсичных планеты. Я открыл теху, которая позволяет колонизировать токсичные планеты. Но несчастье не уходит. Я бы даже сказал, больше стало. Уже минус 55. Минус 55. Так оно не должно уходить. Тебе всегда эти планеты будут давать минус 25. Почему? Мой квестовый корабль двинулся. Там написано, что горации могут колонизировать любые планеты, но если не открыты эти техи, то они дают штраф. Ты получаешь пенальти по 5 п. По науке, продукции, еде, праху и престижу. Но счастье в это не входит. Счастье, оно типа планеты будет таким образом. Земные плюс 5, потом степные 0. Потом, которые с минус 5, минус 10, минус 15 и минус 20. Во, блин. И это как бы константа. Тип планеты, он... Ладно, вот эти аномалии надо либо убрать. Либо счастье, либо несчастье. Irradiated. Ну-ка.
еще и Нирис. Вообще нам Калгерос, конечно, круче было бы, чем Нирис. Но тут какой раньше проявится, скорее всего. Мастер охренел. Колонизировал, ассимилировал мою планету, которых я окучивал. Представляете, на 45-м ходу квестовый корабль начал двигаться. Можно выполнить квест. Два строим. С большим модулем поддержки. Да, пойду отбивать эту планету. Просто не раз тут несчастье надо отсюда жителей. И другие системы отправлять. Видите, он плюс 3 еды на фертильный дает, поэтому имеет смысл. Посмотрите, вот это фертильная планета, а эти стерильные. Так, тут 3 хода. Здесь 5 ходов. Блин, минус 30 производства. А, это закончилось. Ну и счастье закончилось при этом. Две системы несчастных стали.
Все-таки вы создали альянс, да? Конечно. Договорились. Создали. От этого акта еще, кстати, несчастье идет. Вот, наверное, вот этот надо плюс 20 на систему брать. Либо плюс 10 за каждый тип популяции. Но это содержание 3 культуры, у меня столько не будет, а тут без содержания. Это, правда, минус. О, это уже не смешно. Ребят, мне пора сворачиваться. Как поступим? Ну, блин, тут час играть всего. Неужели тебе еще нету времени вообще? Нет, час не смогу, конечно, если я выйду, компьютер за меня чудить начнет. Что мне распалить систему или как, я даже не знаю. Ну блин, с другой стороны, собираться опять вчетвером, чтобы час доиграть. Ну, давай сейчас еще посмотрим. Ремнант. Ну вот, кого-то один из этих жителей появится, и можно будет опять смешивать гены. Еще плюс 15. Ты мастер сказал, что ты приглашаешь в альянс чувака.
Для меня это неприятно, Стелла. Да, я заметил, ты сюда свою армию подводишь. Ну, мне надо было схватить одну систему. Для того, чтобы генный код твой получить. А теперь я в обломе. Он летит к пустаю тогда. Тут недалеко. Ассимиляция. Ну, накупим, ассимилируем. Зря я, конечно, здесь вот первым сделал этот жатуникс. Жалею сейчас. И не могу. Дальше улучшать. Из-за этого. Слушай, ты лети тогда, симулируй эти камни. У них плюс 5 тысяч. Они как раз слева от мозга. От чего? От монстра. Вон тут они вот. О, могу. Калгерасов. Отлично. 4 и 2. Так, у меня 2, 1. Видишь? Стало 4, 2. Отлично. И сразу могу либо Нирис, ну, потому что 8 стало. Давайте Нирисов сразу. Да идти Канана могу, давайте тоже. Не, я не понял, что. Я тебя кину обзор, что будет. Вот, ну, видите, сколько мне счастья мне стало. Да, нет еще. Ты разницу между амебами и собой видишь? Не, ну в принципе для ассимиляции. Ну амеба это еда, а еда мне не нужна. Ну ты я там производство можешь купить. Ну дело тоже. Нет, они не могут производство делать, они только еду дают. Не-не-не, потом я имею в виду зипи производство делать. Ну да. Так, ну все, что, я выхожу. Давай. Пожиратель твой трансперсал схавал мою главную систему. Добейте кто-нибудь. Последняя планета осталась. Мы видели по очкам, как ты сражался отчаянно. Мы болели. А это кого вы вынесли? Пожинатель. Завтра что, играть будешь? Спасибо за игру. Не знаю. Буду. Так.
Проверить несчастье. Так, аутпост. Этой колонии специализация на... Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.